Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить обалденную рыбку, в данном случае скумбрию, запеченную с морковью и крабовыми палочками. Смотрите и попробуйте приготовить. Понадобится вот такие вот ингредиенты. Филе скумбрии, крабовые палочки, разрезанные на две части, одна маленькая морковка, натертая на мелкой терке, сладкая паприка, приправа для рыбы, куркума, желатин, лимон, соль и пакет для запекания. Филе посыпаем желатином, приправами, солим. Поливаем соком лимона. На дно филе укладываем крабовые палочки, морковку. Накрываем вторым филе. Помещаем пакет для запекания. Плотно закручиваем. Укладываем на противень, смазанный маслом. И запекаем при температуре 180 градусов 40 минут. После приготовления рулет положите под гнет. Прохладное место. Вот такой вкусный рулет мы приготовили. Приятного всем аппетита! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!